Каспий-2023. Открытый диалог о цифре. В Дагестане начал работу межрегиональный форум организаторов здравоохранения. В нем принимают участие около 700 экспертов из 45 регионов страны. Руководители медицинских организаций, практикующие врачи, эксперты области и представители разработчиков медицинских информационных систем обсуждают тренды, задачи и перспективы цифровой трансформации здравоохранения. Цифровизация здравоохранения – это та история, которая уже сейчас спасает жизни людей по всей нашей стране. Поскольку благодаря возможности дистанционно записаться на прием к необходимому узкому специалисту или благодаря возможности пройти вовремя, не потеряв результаты каких-нибудь диагностических процедур, человек получает оперативность лечебного процесса. Республика Дагестан является уникальным регионом, который в прошлом году смог подняться в рейтинге Министерства здравоохранения на 56 пунктов в плане цифровизации медицины. Работа с единой цифровой платформой в республике началась в 2020 году. Гостям форума продемонстрирован опыт цифровизации медицинских бизнес-процессов в дагестанских медучреждениях. В рамках настоящего форума были проведены некоторые мероприятия в отношении именно ведения регистра беременных, в отношении цифровизации, которая нам позволила улучшить качество оказания медицинской помощи, в частности, беременным женщинам и новорожденным. Нами сегодня было продемонстрировано, каким образом мы проводим этот мониторинг, каким образом мы проводим телемедицинские консультации посредством единой цифровой платформы, каким образом мы связываемся с федеральными службами.